Во Франции протестовали около 12 тысяч человек. В ходе демонстраций желтых жилетов в Париже полиция задержала 57 человек, 33 из них были заключены под стражу. По всей Франции в субботу, 29 декабря, на протесты вышли 12 тысяч человек, сообщает газета Parisien со ссылкой на данные полиции. В Париже протестовали около 800 участников движения желтых жилетов. Были зафиксированы стычки демонстрантов с полицией, в ходе которых задержали 57 человек, 33 из них поместили под стражу. Издание отмечает, что численность протестующих в стране значительно снизилась по сравнению с предыдущими неделями. Ранее сообщалось, что в городе Руан демонстранты подожгли вход в местное отделение Банка Франции. Напомним, желтые жилеты проводят акции протеста седьмую субботу подряд. Сначала они протестовали против политики французских властей и требовали снижения цен на бензин и повышения покупательной способности. Затем прибавился ряд других требований. В начале декабря президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении экономического и социального чрезвычайного положения в стране, а также выполнил некоторые требования протестующих. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал HTTPS/Correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.